Вот скажи, пожалуйста, только что мы делали съемку с поздравлением. Ты можешь себя нормально вести? Или вот я не понимаю, как ты себя ведешь. Вообще не культурно. Вообще. Тебя так красиво одели, как маленькую девочку. А ты ведешь себя, как маленькая разбойница, а? Вот зачем ты это делаешь? А? Такая красивая, как это называется, вот эта штучка, которая на шею вешает, была, все клепки оторвала. А? Не надо ко мне лезть. Ах ты маленькая разбойница, а? Скажи, всем-всем большой привет, скажи. Я вот такая любимая, просто залюбленная девочка по имени Ники, кто еще меня не знает. А кто меня знает, вот скажите, пожалуйста, я же красивая. Напишите в комментариях ваших, я же красивая девочка. Я же, смотрите, какие мы девочки непослушные. Да, это про тебя я говорю. Я хотел тебе включить... Показать очень-очень порядочную и красивую девочку. А ты как себя ведешь? Сейчас я тебе ее включу. О, да, манго, ты любишь манго. Садись только, сядь нормально. Смотри на них. Не смотри на них, они знают. Ники смотрит Ники, да? Оставь ее. Иди, ты же любишь смотреть, иди сюда. Ники, смотри, какая девочка. Да я сам в отпаде от нее, или в упаде, или в стрессе. Так что, девочка моя, аккуратней, аккуратней. Да, да. Смотри. Будешь смотреть? Я, в общем, здесь буду смотреть, ты как хочешь. Будешь смотреть или нет? Все, закончился сеанс? Оставь очки в покое. Это что такое, Ники? Как ты себя ведешь? А? Ты моя кукла, ты моя девочка, ты моя послушная, ты моя любимая девчушечка, мои красивые-красивые глазки. Опа. Да, любишь, я знаю. Не грызи. Просто пей, но не грызи. Хорошо? Мы с тобой сейчас устроим сеанс просмотров порядочной маленькой культурной девочки. Ее зовут, между прочим, Ники. Да. Потому что многие не верят, что ты можешь быть такой. Что когда мы с тобой играем, они думают, что ты вообще беспорядочная, вообще непослушная. И вообще... Сейчас опять прищемишь себе пальчик, как в прошлый раз, и будешь на меня ругаться. А я при чем? Моя девочка, красотулечка. Моя лапулечка. Наша ты радость. Все от нее в доме, в семье тащатся. Насколько это умная девочка и порядочная девочка, вы можете посмотреть во всех практически видео, которые мы выставляем, или мы играем с ней, или же обучаем чему-то. А крайнее видео, которое было выставлено, там она вообще играет со своей тенью. А она осознала, что это тень. Ну, конечно же, понятно, что не сразу там она будет какие-то фигурки делать, да, на стене, но я больше чем уверен, что... Через какое-то время вы увидите видео, где она все лучше и лучше с этой тенью разбирается. Да? Ой, ты боже мой. Дай поцелую. Ой, ты боже мой.
А кто не знает этот звук и что она делает, это она смеется таким образом. Она восхищается. Иди ко мне, моя девочка, иди. Иди. Не буду я у тебя ничего отбирать, не буду, обещаю тебе. Ты слышала меня? Иди ко мне. Я обещал тебе, не буду отбирать ничего, не буду. Понеслась порядок. Хотел другое спеть, но не получилось. Слишком интересные слова там. Вот мне интересно, знаешь, Ники, одно? Вот когда ты вот это все делаешь, потом кто за тобой убирать это все должен? Можешь объяснить мне? Я тогда все игрушки возьму и выброшу. Ясно? На ушки ее смотрите. И типа она ничего не слышит, она ничего не видит. За ушками следите. Ники, ты в домике? Ники, иди ко мне, иди, 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 мой кукленочек, иди, иди ко мне, иди, обниматься будем, целоваться будем, любиться будем, вот сильно-сильно целоваться будем. Что ей не нравится вообще? Вот так она и складывает свои заначки. Кусочек откусила от пластмасса и туда закинула. А вот там у нас наверху вот бамбук, там сверху такие чашечки. Там ее орешки, изюм, еще что-то. Ну, такой долгосрок. Что не портится и что можно сложить. Она у нас хозяйственная, запасливая девочка. Ой. Ты посмотри на нее. Это уже слишком. Да, ты этим можешь навредить себе. Это твое, твое. Ну давай как полагается сделаем. Вот так это должно быть. Или я отберу это у тебя. Не надо разбирать. Вот так. Это для того, чтобы играть в баскетбол. Вот берешь вот такой шарик и вот туда, опа, видишь, попало. Да. За это? Она спряталась, ее же не видно. Высоко сижу, далеко ближу. В общем, мальчики и девочки, у нас какой сегодня прекрасный день? У нас сегодня пятница, 13 число. Вот. Да, вообще обалденный день. Вообще. Поэтому мы сегодня веселимся, радуемся, бегаем и прыгаем. Хотели вам показать обыденную нашу повседневную жизнь, да, которая, вернее, она не обыденная, она радостная, радужная и веселая. Но это наша повседневная жизнь, когда мы проводим вместе с ней время, когда мы можем с ней насладиться этим, побегать, попрыгать, повеселиться и, честно сказать, пошалить. Потому что все мы маленькие дети, и с ней мы вспомнили, какими детьми мы можем быть. Как-то так. Приятно, красиво это все звучит, а особенно это все приятно чувствуется. Поэтому у кого есть какие-то предрассудки, выкиньте их. И хотя бы с ней повеселитесь, порадуйтесь. Помните, что вы тоже все дети. Да? Кукла! 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 Ты кукла, да? Или моя девочка?
Ладно, пойдем, пойдем. Раз сумку взяла, все, понял. Должны куда-то идти. Ты моя крошка. Ты моя хавруська, хавруська, хавруська. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем? Пойдем?